ты вот тут и состыковался, куда будет. Он не дает. Хотя надо прям состыковался и вот туда. И ты все равно вот туда тянешься. В этом моменте именно докрутил его, полностью движение доделал. Чуть-чуть опоздал. На мяч смотри. Ты снова так делаешь. Визуально видеть мяч. Локоть рано. Ой, локоть, смотри. Не, в руку рано выпрямил. Не выпрямил, а сейчас локоть хочет вперед. Но ты не даешь ему и толкаешь. Ты наоборот должен быть вот это движение. Локоть вперед должен быть, чтобы железка пришла. Была. Нет, не успевает локоть чуть-чуть. Рановато выпрямляешь. Получается, у тебя предплечье должно выпрямляться, когда локоть пересек линию с плечом. Да. А у тебя получается, он еще не пересек, уже здесь у тебя толчок, у тебя бывает не то. Вот это то, что надо. Теперь, да? Он совсем справа от тебя мяч. Стоп. Вы должны всегда при ударе будут начать. Сохранять всегда. Не зави... Светка, включи камеру. Я включила уже. Не зависит. Какая? Свет, ты слышал, он похвалил. Я слышала, да. Я не говорю, что он совсем какашка. Посмотри, где руки и как я заканчиваю движение. Я вышел и сделал движение. Все равно даже остановил, но у меня рука продолжила движение. А у тебя прям посмотри. Постараюсь сделать. Обратно, это неконтролируемая штука. Примерно куда-то туда, но возможно не туда, а возможно туда. А ты должен контроль дать. Хорош. Это накат больше, чем туда. Поэтому я взяла. Логично. Давай, 4 удара осталось. Хорош. Вот это нафиг. Вот сейчас это красиво было правильно. Давай. Нет. Тебя смотри, у тебя хорошо левое плечо, у тебя локоть, плечо, блокировка происходит. Да, ты получается, а у тебя ты тяжело, не дотягиваешься. Сейчас его еще сдуло так налево. Нет, все равно, у тебя все равно чуть-чуть оно должно вперед дать импульс. Молодец, сильный ветер, сильный ветер. Два удара. Два удара. 9-3. Браво. Сейчас и вот тут все то, что надо. И со стыковкой с мячом. То, что в прям камере. Еще. Палец нахался. Хорош. Свет, там пальцы не находила в мяче? Нет. Давай все сюда. На месте. Теперь ты там защищаешься. Свет, давай, ты нападаешь. У тебя 12 мячей, как у ко мне. Вот если я вот здесь ты пасуй свет, так же, у тебя ты должна выходить вот сюда. Разве не оттуда? Да как? Вот я ты сюда уходишь. Смотри, я тут приняла. Хорошо. Выхожу, вы же сами так учитесь. Я никогда в жизни так не учил. Я никогда в жизни так не учил. Если ты встань туда. Я кину два идентичных мяча. Атакуй. Ладно, не получилось. Еще раз. Выходи. О, мяч, 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 мяч. Я. И вставай вот сюда. Какой выход легче? Нет, ну уж какой удобнее. Оттуда удобнее? Тут когда... я прям вот выхожу как-то или зачем я так делаю? А как ты в линию ударишь? Вопрос, да? Да, это другой вопрос. Ты не осуждалась, но повести дня не было. Давай. Давай. А, ветер. Оп, на линию я и... Я чаще всего сюда попадаю. Не напрягай. Не напрягай. Расставь.
Не напрягай, а расскажи. Рука готова. Динамику перевел. Хорош, Илюха, очки снял даже. Динамика, динамика. Что тебе надо попасть вот так. Об этом концентрируешься. Чем попал? Молодец. Еще раз, что ты думала сейчас? Все, тебе больше ничего не надо. Молодец. Почти то, что надо. Тебя также концентрация, что попасть в ладошку. Все, ты представляешь в голове, визуализируешь, как ты попадаешь. Только руку, да? Смотри. Мяч летит, что ты делаешь? Ты останавливаешь руку заранее. Ты руку должна остановить. Вот, ты же разгоняешь руку, чтобы не видать темпу. А ты что? Сама сыграет и ветер. Ну, как бы даже не хочется много руку делать, да? А если? Ну, уже напрягаться приходится, да? У тебя то же самое должно. Должна дать так, чтобы мяч передался ему с этого движения руки. Опять ладошка. Ты куда? Мячик. Илюха радуется даже. Смешно ему, потому что. Сильно говорит. Свет, не торопись. Ну куда ты уже приготовился на 100 метров? Просто упор сделай на переднюю ногу и все. Не торопись. Хорошо. Ладошка попадает. Думаешь об этом, визуализируй это движение. 1-0, Юх, мы ведем. Визуализируй. Импульс. Да, полегче. Да какая разница? Да. Ты смотришь не на то, что ты вот это хрен. Да пофиг. Мы сейчас состыковка и передача импульса. Ты еще раз, Свет, ты не можешь думать обо всем, еще контроль того, чтобы за него, еще вперед, об этом нереально сделать. У тебя 80 информаций, которые тебе надо обработать, и говорит, голова не сможет так сделать. От простого, сложного попадания ладошки, визуализация, после этого до конца провести импульс мячу передать. Илюх, над собой, не перебивай, защищайся правильно. Чуть-чуть опоздал, рано начинал делать движение удара. Старайся в самый последний момент, чем позже, тем быстрее и силы больше, и резкости. Илюх, сюда. Нападает, ты защищаешься. Можно? Да. Ага. Ты здесь, Илюх. Ты в своей зоне. Давай. Тебе просто поймать мяч на лету. Левая сторона. Просто спрашивай. Мне надо. А я не знаю. Давай, принимай и прыгай, разбегайся. Мне надо, чтобы ты просто показался, ты делаешь вот так. Как что-то просто много скольз сделал. Шаг левый. Который что-то делает. 6 раз осталось. 3, чуть раньше. Я говорю, оп, ты должен прыгнуть. Оп. На мяч только смотри. Красавчик, свободный.
Рекорд назад, вперед. Да блин. Да, да что ты не ловишь, да что? Это не особо мне надо. 1, ты готова? Лицо защищай, сильно будет. Чуть-чуть трудновато. Вот смотри, разница, да? Первое упражнение для этого мы делали. 5-9. Я бросил, ты ждал, я ждал, потом шаг. Сейчас. Ну будет уже. Чуть-чуть. Да, просто добавляется удар, но ничего не меняется. Правая нога слева. Право. Право. Да. Не, я ниже бросил просто. Я ниже бросил. Чуть активнее махнул, не знаю, что делать. Смелое движение, чтобы ты успел вытащить руку назад, раскрыться. Два. А у тебя чуть-чуть должно быть раскрыться. Ты правильно вот это, что вот это не делаешь. Для того, чтобы ты мог первое исправить. А вот это? Ну, у тебя только вот три точки не опустишь, к сожалению. Как, знаешь, здесь руки держишь, не запустишь, здесь держишь, вверх уже не хочешь. Тут та же система. Хорош. Молодец. Объясню. Ты сделал вот это, и потом ты. Все будет. То, что пролетел, хрен с ним. Потом начинаешь искать мяч, а он уже сдулся. Давай, у тебя 4 мяча. Дальше давай. У тебя прием, руки под мяч. Прием. А потом что делать? Руки вытягиваются раньше, чем ты отрываешься от земли. Рука уже выносится, чтобы быстрее работать. Быстрый мяч, поздний мяч. А когда мы прыгаем, руки поднимаются, тебе уже сбивать. У тебя никакого раскрытия не происходит. Ты что еще имеешь в виду? Ну, наверное, это имею в виду, просто я имею в виду, что я не понимаю, как... Соедините это. Да, что мне сделать, чтобы в темп попасть, чтобы вовремя... Сейчас, чуть-чуть. Я помогу, не бежа. Ты давно устала? Нет. Кирюш, концентрируешься сейчас на махе, вот на этом движении. Потому что ты должен просто думать, что быстрее вытащить руку. Прям быстрое движение. Да. Вот сейчас заранее. Вот сейчас ты прыгнул, подождал, они уже наверху.
где там защита будет? И полетел вперед, да? Я вот отсюда, а ты еще быстрее пошел. Наоборот, чем дальше поднимаешь, тем больше пауз. Чуть-чуть другое упражнение еще сделать. А мячик куда разложил по линии? А? Куда мячи разложил по линии? Свет. Свет, прыжочки, а так. Ой. Че, угадал? Как караулка. Вы чаек пьете и смотрите. Импульс назад надо. Какие они назад идут? Я их потому что вот так вот идут. Какие они назад, а зачем они назад? Да. Тоже видят, да, это? Это то же самое, на самом деле, да. Но у вас похоже. Это я научил. Вы должны быть вот это. Свободное движение. Когда у вас рука назад, вот здесь она уже все, она уже сгибается, чтобы выйти наверх. Здесь уже ты импульс даешь. В любом случае нормально. Да. Да, классика, честно говоря, у них спряточки. Да, да. Хлёсткость, хлёсткость. Чуть-чуть расслабляется, чуть-чуть. Серёг, ты готов там? Да. Нет, я не имел в виду, спросил его, а не тебя. Ты еще не бьешь. Поймай еще разочек. Твоя задача вынос руки, мах руками, мах, вынос, попадание по мячу. Куда ты попадешь, тебе сейчас особо не влияет. Твоя задача состыковаться с мячом. Да. Лех, она бьет куда угодно, кстати. Нет? Почему нет? Погладила его просто. Нет, я даже не буду. Ты просто рано прыгнул. Не лови мяч. Убор. Свет, на мяч смотрит. На мяч. Ой-ой-ой, как долго вот тут руки были. Свет, ты танцевала что ли? За пять. Ты видишь, Илюх? Вот это ты видел? Я за ним замечался. А, он защищает, молодец. Давай, давай. Провалилось, так хорошо начинало. Вот здесь провалилось. Какое-то такое движение непонятное. Дальше вставай. Прием, передача, атака. Ой, Свет, помнишь, как мы работали? Нет, Свет, наклонись просто и сделай движение руками. Просто руки. А
Я не выиграл. Спокойненько, Свет, спокойненько. Вышли. Меняешь позицию. Меняешь же. Наверху. А что ты идешь уже стоя бить? Атака, разбег. Давай, идите сюда, вдвоем. Наша задача. Атака также будет, со второй зоны. Чуть в темпе будем делать. У нас левая нога спереди, мы делаем на прыжку просто. Да? Не правая, а с одного шага. Я стою здесь, я набрасываю на уровне антенны. Я бросаю. Вы делаете прыжок, делаете атаку. Да, чувствуешь? Вот когда ты почувствуешь, что ты можешь ударить, значит, ты правильно вынес руки. Вот здесь основное, мы работаем руками, то, что у вас двоих сейчас пока сложно. Наша задача, ручки вот здесь, они как... Вот это движение должно быть. Быстро. Свет, вы по очереди. Я просто добавляю, что... Что за суета, Свет? Потому что с левой ноги я уже не знаю, что делать. Справа знаю. 20 минут! Браво! Смотри, рука, найс, руки, мах, найс. Ну куда ты туда прыгнул? А я сюда, я еще не бросил, а ты прыгнул туда и прилетел вот здесь, приземлился. У тебя вперед делай шаг. Видите, когда передача гуд, вопросов нет. Здесь я бросаю, вот он. Всегда в одну точку примерно. И вам надо на правом плече, а ты делаешь ситуацию такую, что он тебе налево. И тебе только бить вот туда. Уже никак. Давай. Как тебе? Я сама. Поближе подойди. Да нормально, можно и так. Упор на передний. У тебя напрыжка на две просто. Сделай еще сама просто. Да, только руки раньше. Когда ты делаешь уже шаг правой, у тебя руки уже назад уходят. Спереди держи. Делай шаг и напрыжку. Да. Когда ты напрыгиваешь на две, у тебя руки уже сзади должны быть. Без тела на задней ноге. Без тела на передней? Это специально, чтобы сразу уже старт был. Галюха. Найс. Только вот это. Да, да, да. Не завел руку. И прямая. Да. Прыжок, рука, и тут такая. Что делать, что делать? А, ударить. Вот сюда. Вот сюда, вынос. И прям кайф будет. Света очень активно, очень хорошо. Молодец. Умница, Свет. Зажимаешь руку наверху. Вот первое, что посмотрел, подумал, может получится. Вот это не надо. Это очень сколько мы так не делаем. Мы делаем вот здесь, назад, вверх. А у тебя перед этим вот тут. Будет плохая привычка на будущее. Да, Свет, мах руками, чуть вы раньше руки выносили. Мах руками уже. Хорош. Опоздала! Потому что вот это опять вперед руки вынесли, потеряла долю секунды. Вот это уже... Ломаешь себе голову, но это хорошо. У тебя просто вариативность добавится. Ты можешь накатить? На переднюю ногу вес. Такой жестокий, вот здесь тренер. Давай, давай, давай! Когда его сдувает, ты уже должна прыгать. У тебя? Ну, не на меня. Когда ты сказал на переднюю ногу вес, ты перенесла его между ногами. Нужно на переднюю ногу взять. Давай. Хорош. Очень хочешь сразу. Ты же какую-то долю секунды висишь еще. И можешь себе позволить чуть-чуть опустить и ударить. А ты пытаешься? Я сейчас пытаюсь следить за тем, что рука назад. Ну я понимаю, но не уходит. Попробуй это. Увидеть ладошку вот тут. Да, подумать о том, что мальцы или ладошку увидеть. Давай четвертый зал.
заранее. Видите, атака и все технические эти браки очень долго отрабатываются. Свет, ну чего ты? Чтобы ты думал не о том, как выйти под мяч, а просто ты думал, как тебе твоя задача думать вот это. Где тебе подброшу мяч? Мы пытаемся сделать то же самое. Удобно. Кстати, просто сложнее, она девочка, ей не допрыгнет до этой силы. С тобой проще. Да. Ну я понимаю, да. Вот видишь, вот это самое главное, что у тебя... Не важно, что ты бросаешь, сейчас не важно. Это все равно привычка, она есть. Должен вот так. Даже если пас, вот он. Взгляд. Не поворот, а взгляд. У тебя сразу открывается и туда попадание, которое ты можешь попадать. Но за счет вот этого ты попадаешь чуть в аут. Так, у тебя попадание туда, туда, туда. В этом туда уже никак. И здесь уже в аут будешь больше. Эти набрасывают. Это буквально так, чтобы чуть-чуть дривность поднять. Теперь смотри, ты бьешь вот так. Тебе надо вот это добавить. Еще раз. Помнишь для чего? Попал в пасти! Я просто бросаю. Я просто бросаю. Вот! Давай. Я уже не ударил, когда вниз спускался. О, как! Вот смотри! Опять. Вот так. Вот преследует. Вот это контроль, прям вот этого движения у тебя. А, Свет, локоть назад. Вот так прыгаешь. Посмотришь на видео, как раз покажу. На мяч смотри, еще раз. На мяч смотри. А ты уже в полете куда-то сюда, либо на меня. На мяч. Смотри плечи, вот так сделай. Вот туда. И ты видишь, это удобно чуть-чуть. Из-за этого не будет сил, тебе не навалиться плечо. Вот туда, куда ты делаешь. Не навалиться, ты уже развернешь. Ты что, не болит из-за этого? У меня оно болит из-за другого. У тебя вот должно быть вот это, сохранить корпус в площадке. Если ты вот так делаешь, то вот эти все удары, они неудобные. И накаты. Только ты можешь сделать хорошо только вот сюда. Чтобы сюда ударить, тебе надо прыгнуть. Вот это прям сохранить уже движение, чтобы ты мог и туда сильно ударить. Ты уже там, где-то, знаешь, пронзить кого-то хочешь. Еще раз. Прям так? Прям таким хорошим словом? Да.
движением, как голова думает. Молодец. За счет того, что ты сохранил корпус туда, за счет того, что ты еще сделал вот это, но ты не вынес это в силу. Но ты сделал хорошее вот это движение, ты попал в идеальный корпус. Какой не достается. Все, что мы не планировали. В зависимости от чего. Да. Еще раз дальше. Я что-то я не понимаю. Ну, сложно выходить вот такие, как ты до этого не делал. Именно такие. Да, манерал, да? Хорош, нормально. Ой, что так делаешь? Кстати, да. Не вперед движение. Потому что помнишь, говорю, в лампу сгибаешь. А? Локоть сгибаешь. Ты типа, почти как будто я опаздываю или нет? Не-не-не. Даже если ты опаздываешь, ты быстрее можешь сбить. Ты. Показывает еще. Вот. Светка поймала чуть-чуть. Побежала, да. Быстрее, сейчас опоздал. Я что-то. Да. Сустой вот делал. Это сделал. Вверх-вниз сделал. Да. Быстрее. Сейчас две серии с передачи. Там какие-то не наши, Илюх. Нас было много. Мы тоже вчепляли. 13, но одного мяча не подойдет. Стой, вставай. Полная атака. Полная. Чуть передача, атака прям. То, что мы закрепляем. Хорош. Только прям сюда, прям. Свет, ну давай в четвертый. Я еще раз назову. Давай в четвертый. Можно во второй? Давай во второй, не будем ломать систему. Давай систему. А что там стоишь-то? Давай. Ты уже вот тут должна быть. Мы должны сократить дистанцию до передачи. Так я тут вот и стою. Да какой, я уже пасовать должен, а ты только делаешь сюда движение. Как я? Мы должны сократить дистанцию примерно, вот с этой линии. Потому что у нас разбег два шага. Два шага – это сближение к сетке, сокращение дистанции. Если ты оттуда начинаешь, ты опоздаешь. Ну тогда вот здесь. Да и не про это, Свет. Так, ладно. Ты приняла, пока летит мяч, ты должна оказаться где-то уже тут, с правой ногой. Да, чтобы что? Чтобы шлепнуть. То же самое, как и с этим говорят. Есть ветер, есть ошибка партнера, как вот сейчас я ошибся.
узкий раз. Давай. На мяч, на мяч, на мяч. Зажал руку очень сильно. Вот это. Свобода руке, да. Свобода руке, да. Ух, ё-моё, Света. А ты куда прибежала-то? Свет, ну в этой ситуации, когда вот сюда доводишь, ты не должна там оказаться. На видео посмотри, пожалуйста. Потому что мне не видно. Ты делаешь отсюда. Посмотри, куда прыжок на блин. Вот твои шаги. Посмотри, как ты далеко прыгал. А ты наоборот, здесь должен оказаться правой. Вот сюда сделать шаг левой. И напрыгнуть двумя. А у тебя получается за линией ты сразу прыгнул сюда. Или у тебя так линия смущала? Не попадал. Света, вот, смотри, вот это опять. Назад ручку. Да я даже на прыжку не сделала, просто как обычно с рукой выглядит. Серёг, ты с одного шага прыгаешь. Я сейчас скачу вообще. Ты правую ставишь, делаешь сразу уже на прыжку. Тебе вот этого шага, который должен делать шаг влево, выход налево прыгаешь. И вот потом на прыжку. Вот этого не хватает. Светочка, смотри. В момент передачи вот тут. А я вот оттуда посел. Но... А где мне быть? Вот сюда. Еще где раз. Должна вернуться обратно? Чуть-чуть. Нет. Как? Вот в эту ситуацию вот тут остаться и развернуться в меня. Потому что чтобы я не ошибся, если бы узкий мяч. Ой, Люк, вот это правильно. Хотя нет, все правильно. Я плохо. Не, все нормально. Все нормально. Все нормально. Я когда бросил взгляд, я просто перепутал ногу в голове. Я просто быстрее, быстрее! Да не напрягайся ты насчет доводки-то, ё-моё! Вот и все. Свет, смотри, как доводишь. Вот ты должна довести. Раз, а ты? Спокойно. Молодец. Ну, только никакой напрыжки, ничего нет. Вот ты вышел уже нападать стоя. Когда я подсунул, ты уже должен делать первый шаг. Когда он в верхней точке, ты уже должен делать напрыжку. Верхней точке, фаза вот эта, опускание начинается, ты уже должен делать напрыжку. Примерно. Светочка, смотри, я вот отсюда, а ты уже оказался там, ты не видишь, ты идешь вот так вот? Где там? Ну когда он покажется тут? Должна развернуться и видеть, откуда, пасы куда, вдруг ее сюда вообще пасну, а ты еще вот так вот стоишь. Рана пошла, пальцы. Опять кисть? Ну потому что она слабая, вот почему я ее напрягаю, я ее боюсь. Я вообще могу. Да. Но зато ты так хорошо пришел, что ты легко дошел с одного даже шага. Ему дай, пока я... Давай. Правая здесь. Ой, странное движение, я увидел сейчас. Вот тут стоял, вот тут. Я не понял, что, но давай еще. Правая, руки перед собой. Один шаг. Что-то я не понимаю. Ты сейчас разбежишь. Давай, принимай.
хотел дать 5, но не успел, Илью. Света, молодец. У тебя кисть болит, что? Попала ты. Свобода должна быть. Хорош, Света. Давай, мы закончили, к сожалению. Класс, спасибо. Молодцы, смотри, разбег. В конце что-то с разбегом стало. Зажатость, зажатость. Убрать зажатость будет легче. Потому что зажатость у тебя вот тут появляется. И вот она, не свободна. Хотя у нас должна быть вот тут, вот тут, вот тут. Браво. Блин, я тороплюсь, сори. Спасибо огромное. Это то, что я вам сказал про ошибки, это основные, которые...